В общем, по стандартной модели Cool Penguin имеется два боковых кармана. Здесь обошлись липучкой. Комфортная высота кармана, будет удобно оттуда что-то либо положить или что-то оттуда взять. Два боковых кармана стандартных, достаточно глубокие, учитывая, что в принципе у меня средний размер руки, он комфортно, как видите, помещается. Сзади один карман на молнии, ничего в нем такого нет, обычная подкладка, хлопковая причем. Также имеется для ключа металлическое полукольцо на полиэстерной вот такой вот перемычечке, и плюс резинка тянется. А также для тех, кто любит поплотнее, имеется еще и вот такой шнурок. Люверсы металлические, обращаю ваше внимание, защищает от трения. Все, в принципе, вот модель резинки на щиколотках.